С нами Никита Гончаров, нападающий «Витязя». Никита, мы тебя с дублем. Расскажи матч. Спасибо. Ну, матч получился, я думаю, для болельщиков классный. Как бы вытащили игру, но по результату, скажем так, недовольны. Хотели 2 очка, получилось 1. Но команда молодчики, что до конца играли, то есть все 60 минут и вытащили игру. С 1-3 отыгрались. Что в раздевалке было? Какие минусы? Ну, лично у меня или у команды? Давай 2 ответа сразу. Ну, у меня, скажем так, смешанные эмоции. Забил дубль вроде как бы, ну, хорошо, но команда проиграла, скажем так, ну, это в голове стоит, скажем так, результат. Но поэтому чуть я больше расстроился. А команда, ну, ребята расстроились, но тренер нас единственно похвалил, что все-таки до конца играли. То есть вытащили игру, и поэтому как бы это достойно. Но все-таки позитив в том, что в концовке забили и взяли 1 очко в копилку. Ну, добавили. Конечно, то, что не сдались, вытащили игру, достали это 1 очко, скажем так. В овертайме тоже могли выиграть, когда там ребята по пустым воротам бросали, но где-то чуть-чуть там доли везения не хватило, чтобы она попала туда. Хотя бы момент там хиты взял в концовке, когда пробросил шар по борту, вот реально ощутил. Ну, я тоже думал, что как бы сейчас все сойдется, там, скажем так, звезды сойдутся, но чуть-чуть не повезло, не так она отскочила, поэтому... Не получилось, скажем так, хитрик. Спасибо. Спасибо, всего доброго.